Сегодня в республике отмечают День коневода-табунщика. Считается, что табунное хозяйство – национальное достояние и исконно традиционная отрасль Якутии. В поддержку этого направления в августе прошлого года глава республики подписал указ о мерах по развитию табунного коневодства. В честь даты сегодня в Якутске проходят мероприятия для отраслевиков. Утром коневоды-табунщики состязались на соревнованиях с Лгыт-Кюрага. Далее будет организован круглый стол о развитии табунного коневодства, а вечер завершится торжественным мероприятием, где подведут итоги и наметят основные задачи развития табунного коневодства в республике. 1 января этого года поголовье табунных лошадей составляет 180 тысяч голов. Это по отношению к прошлому году увеличением идет на 4,5 тысячи голов. Если мы такими темпами ежегодно будем идти, то, конечно же, мы решим эту задачу. Кроме этого, было главой республики принято решение об оказании государственной поддержки для строительства коневодческих баз по 1 миллиону 100 хозяйствам нашей республики. Это в течение 4 лет, ежегодно по 100 миллионов рублей. Это, начиная с этого года, Минсельхоз реализует это поручение. Мы провели первый этап этого отбора.